любящий муж, заботливый отец, профессиональный тренер, уважаемый преподаватель, верный друг и просто замечательный человек Юрий Найдовский Вячеславович. Представитель яркого поколения «Кайрата» 80-х годов прошлого столетия. Ветеран футбольного клуба «Кайрат». Он пришел в легендарный алматинский клуб 20 лет и завершил карьеру там же в 33 года. Юрия Вячеславовича Найдовского мы знаем уже давно, на протяжении многих лет. Знаем его как хорошего специалиста, высококлассного тренера, который в лучшие годы посвятил футбольному клубу «Кайрат», а затем преподавательской деятельности, передавал знания молодым. Вот. Мы желаем ему в первую очередь огромного здоровья, семейного благополучия и творческих успехов в дальнейшем. Ну, я знаю Юрия Вячеславовича с 2013 года, как пришел работать в МУИД. За все время работы у нас сложились очень теплые дружеские отношения. Это профессионал своего дела, это человек, который добился очень много в спорте. Что хочу пожелать? Я хочу пожелать ему крепкого здоровья, это самое главное. Вот. И еще раз здоровья. Я знаком уже многие годы с Юрием Вячеславовичем, даже, наверное, бы сказать точно, с советского периода, вот, с тех далеких 90-х годов, когда он играл в команде «Кайрат», был один из ведущих игроков «Кайрата», сборной Казахстана. Это на самом деле большой профессионал, вот, отличный футболист, спортсмен, патриот Казахстана. С Юрием Вячеславовичем Найдовским мы начали работать с августа 2009 года. Он пришел такой красивый, элегантный. И я думала, мастер спорта СССР все-таки будет ставить свои какие-то правила. Но на самом деле Юрий Вячеславович оказался очень простой, добрый человек. Вот мы с ним работали ровно 9 лет, и за это время он зарекомендовал себя как порядочный, очень искренний человек. Он очень любил работать со студентами, и студенты его все любили. Вся кафедра его относится к нему как к человеку с большой буквы. Он никогда не подчеркивал свое превосходство, что вот он мастер спорта СССР, что он лучший нападающий «Кайрата». Он, наоборот, всегда скромно опускал голову, типа это не про него говорили. Очень скромный человек. И хотелось бы пожелать нашему Юрию Вячеславовичу самое большое крепкого-крепкого здоровья, чтобы он еще мог обучать своему любимому футболу своих любимых будущих внуков. Все популярнее и популярнее становится футзал именно в Казахстане. Да, «Кайрат», сборная, она, ну, принесла вот эту вот изюминку того, что ребятам хочется также играть. После завершения футбольной карьеры Юрий Найдовский начал передавать свои знания юным футболистам. Также он почетный преподаватель Международного университета информационных технологий и тренер сборной команды IT по футболу. Ну что, Вячеславович, можно сказать, как спортсмен легенда, как тренер профессионал, как человек замечательный. Поэтому здоровья ему, веры, надежды и новых успехов. Все. Был очень смешной момент, когда мы танцевали танец маленьких лебедей с Юрием Вячеславовичем на корпоративе. Это был очень смешной момент, который я запомнил на всю жизнь. Я хотел бы сказать своему другу, вы всегда с нами, и ваше имя золотыми буквами в истории нашего МУИД-университета, потому что команда МУИД выигрывала и республиканские, и городские, и международные соревнования по футболу под вашим руководством. Всего вам лучшего, мой дорогой друг Юрий Вячеславович, и желаю вам счастья, успехов и радости.